Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Джан Яман, известный своей ослепительной улыбкой и потрясающей игрой, расстался со своей возлюбленной Димет Аздемир, приняв решение, которое шокировало его поклонников. В то время как это внезапное расставание потрясло повестку дня журнала, эмоциональное прощальное послание Джана Ямана глубоко затронуло его поклонников. В своем заявлении в социальных сетях Джан Яман сказал: «Некоторые дороги должны разойтись, но сердца всегда остаются полными любви. Я благодарен за каждый момент, проведенный с Димет. Однако жизнь ведет нас разными путями. Желаю ее бесконечная любовь и успех». Он сказал. Эмоциональный ответ Димет Аздемир: «Мы расстались с большим уважением и любовью. Я всегда желаю Джану успехов. Я доверяю ему в его будущих проектах. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые поддержали меня в этом процессе». В заявлении видно, что расставание было встречено по-взрослому. Эмоциональное прощальное послание Джана Ямана получило широкое освещение в социальных сетях и бульварной прессе. Эти искренние слова знаменитого актера нашли эмоциональный отклик среди его поклонников, но они также заставили его почувствовать, как тяжело жить без Димет. Воспоминания актерской пары, их позы на красной дорожке и романтические воспоминания об отпуске ошеломили их поклонников этим расставанием. Эмоциональное прощальное послание Джана Ямана вызвало дальнейшие предположения о причинах разрыва отношений пары. После известия об их расставании журнальный мир стал с нетерпением ждать будущих проектов, личной жизни и карьерных планов Джана Ямана и Димет Аздемир. Это ожидание, похоже, еще какое-то время займет поклонников известных актеров и подписчиков журналов. В результате история под названием «Сердце, оставшееся без Димет», эмоциональное прощание Джана Ямана фокусируется на разлуке знаменитого актера и его партнерши, а также об эмоциональном прощании и неопределенности, стоящей за ним. Хотя эта новость потрясла журнальный мир, она может увлечь поклонников в эмоциональное путешествие. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.